Не, у нас вот съесть. Ребята, которые за рекламу. Блин. Они забирают сейчас. Что будем делать? Открываем? Что я Артем-то уговариваю? Ты бы сказал, Сергей Геннадьевич. Типа, что ты, Артем, уговариваешь? Чем больше людей попробовать, тем больше отзывов. Смотри. Они все одинаковые? Все. Давай на вот так вот, рулетку. Играем, крутим, любую выбираем. Какая смысл? А? Да. А просто? Да, вот, а просто так. Посадим. Давай по центру. Давай по центру. Как хотите. Скрывай. Ложки есть, есть, открывай сам. Все, хозяин, барин, заруливай. Блин, ребята, братья Вайнахи, красавчики, молодцы. Сейчас попробуем еще, может быть, получится. Ну, может быть, не все Вайнахи, но чеченцы и наши братские народы молодцы. Надо отсюда нам осетра какого-то прислать, или чем у нас молока отличается? Не, ну надо же какой-то этот... Соль поваренная. Надо быка прислать. Быка с солью. Туда с солью, да, вместе. Не, пахнет это запах, конечно, прям. Бери любую ложку, а не нульцевую, они только из аппарата. Ну, в кофе, правда, будут. Все. Бери любую ложку и пробуй. Давай, тебе прислали, поэтому давай заруливай. Что скажешь, а ты сможешь раскрыть вкусовую гамму продукта? Например, рассказать, ага, чувствует мин, чувствует цветочную пыльцу с 80 растений, чувствую... Грамм 30 гвоздики. Возможно. Ой. Нет, там нормально. А ты о гигиене говорил, да здесь смотри, как все происходит. Че? В первую очередь чувствуется чернослив. Так. Инжир. Орех. Инжир, да. Не сбивайте вкус. И орех. Ага. Ладно, сейчас, погоди. Разрешаешь, да? Именно вот это. Да там сейчас это, там эти 10 банок, 9 банок, 9 банок сейчас они улетят вообще, наверное, в просто так. Ну да, и тмин, и как бы это, все сразу прям реально. Денчик, ну-ка давай, братан, ты же с маслом знаком. Запах. Чувствуется, да, сразу запах? Нет, наоборот, я хотел у вас спросить, пахнет? Да, запах огонь. Я вот почувствовал запах вот масла. Да. Тминового, скорее всего. Ой, типа, блядь, плохо, простите. Давайте заново переснимем. Да, тмин, прям вкус, отвечаю, Денчик, держи. Сейчас просто он, братан, маслом занимается, он прям сейчас расскажет. Ну и чернослив, все хорошо. Единственное, что меня, как простого парня, студента, смущает цена. Вот единственное. Я не знаю, это сколько здесь? 300 грамм? 600 грамм, это 1000 рублей. А, это 600 грамм? Ну, учитывая то, что продукт очень плотный, в принципе, по ложечке утром и вечером, этого должно очень надолго хватить. Ну, я считаю, на месяц, наверное, этого, да. Сколько еще раз 600 грамм? 1000 рублей. 1000 рублей, в принципе, хорошо, это я попутался, простите. За рубалек хорошо. Даже, мне кажется, больше, чем на месяц, учитывая вот эти порции, которые нам хватило, вот маленькая, с мизинец, это... Ну да, запах пряности есть, сразу. Если рассматривать, если рассматривать как добавку к некому, да, к гимнастическим спортивным мероприятиям, да, к образу, конечно, жизни здоровому, да, то это классно. После занятий спортом, как протеиновый батончик, он тоже может пойти. Я думаю, вместо даже каких-то батончиков, я вот не любитель добавок, но вот эта штука, оператор, пробуй. Выбирай ложку, пробуй, пробуй. Сейчас ты передашь свои энергии через в камеру, зрителю передашь энергию. Ну да. Давай. Артем, парни, простите, надо, да. Хорошо, одобряю. За рубалек вот эту банку забрать. Серый, а давай помочь. Ты их взял продавать, банки сейчас? Или нет, конечно. Нет. Я для себя это буду, конечно, и хочу рассказать людям о таком продукте. А давай мы тебя за рубалечу банку возьмем. Ну, прям сейчас, на отчет. Все, понял. Раскрывается чернослив и тмин. Вот прям... Сразу же, да. Каждый замечает вкус, да, чернослива здесь и тмина. И запах вот специй, который здесь сейчас есть. Сейчас надо барабанщик попробовать. Мед само понятное дело. Он вез, он расстроился. Серый, братан, ну иди попробуй, ради чего ты хоть опоздал. Иди попробуй. Он так расстроился. Все, не расстраивайся. Прости, пожалуйста, я ругаться не буду. Ты молодец. Ты тмин привез нам. Давай, пробуй. Парни, шпагат, поехали, давайте. Короче, радостные, да, отвлеклись взрослые здесь на это. Давай, пробуй, рассказывай свои чувства и беги вот у народа, этот, проведи разминку, я пока сейчас впишу всех. Эх, ты какой? А я-то одну попробовал. Он, смотри, вторую уже тянется. Ну, давай, 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 давай. Побольше бери, ты что, Серый? Ну я могу. Ложки такие. Могу. Надо, знаешь, ложку из крышки придумать. Вот так вот. Бах. Запнул. Что расскажешь? Вкус. Да. Пополам. Что вкус, как ложка-крышка? Первым, что сразу чувствуется? Крыжовник.
Вообще, могу сказать, здесь и семена, крыжополь согласен, здесь и семена тыквы есть, и всякие такие вот интересности. Но здесь опять, где надо пожевать, она во рту, да, как это, как и сомелье. Постепенно, да, раскрывается вкус, конечно, и того, и другого. Все-таки 12 поэтому компонентов, конечно, они сразу тебе 12 не дадут определенного вкуса. Каждый так понемногу. Крыжовник немного, мед чувствуется, масло, тут не пойму какое. Тмина. Масло тмин, да. 9 августа. Ну вот крыжовник, мед, масло. Интересно, а крыжовник здесь есть? А ты думаешь, крыжополь здесь есть? Или может быть все-таки здесь что-то другое? Не было там. Может быть, это все-таки ты чувствуешь не крыжовник, а вкус смешанного тмин и семечек. Да, крыжовника здесь нет, да, на самом деле. Семечки тыквенные, вкус, вот что-то там. Да, было, тыквенные семечки, 100%. Но чернослив это уже по подсказке сейчас подсказали. Ну, тыквенные семечки, вот точно, если сейчас уточнить, конечно, они прям вот сильно их, конечно, не отличишь от других каких-то компонентов. Серых, но вот серых с крыжовником. Кто помнит тыквенные семечки, вкус их, конечно, сразу поймет. Так, братан, все, давай их на репетицию. А вот сейчас смотрим, что парни у нас. Ну, вырубай, мы-то сказали.